В Югре на следующей неделе начинает свой маршрут мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Выезжают специалисты из столицы округа. И с 9 марта работают в поселениях Ханты-Мансийского района. Напомним, что во время таких выездных мероприятий специалисты центра СПИД бесплатно и анонимно помогают всем желающим узнать свой ВИЧ-статус. До Сургута и населенных пунктов Сургутского района мобильный пункт доедет к концу марта.